Друзья, мы выбрасываем самое вкусное. Например, кочерыжки. Кочерыжки от свиной капусты, от белокочанной капусты и кочерыжка от брокколи. Мало те, которые знают, но это является одной из самых вкусных частей самой капусты. И может быть еще и самой полезной. Если вдруг у вас изжога, если вдруг у вас плохо, гастрит и так далее, лучший способ это взять кочерыжку белокочанной капусты, убрать первую часть и отрезать вот такой большой таблетоны. Вот это лучшее лекарство для гастрита и вообще для изжоги. Отрезаем все вот эти торчащие элементы, режем внешнюю часть, которая твердовата, получаем новый вид овощ, который можно, например, съесть в сыром виде, можно его жарить, или можно использовать любое овощное рагу, любое ризотто, можно использовать вообще любое блюдо, где используется величайший овощ. Это очень вкусно. А что с отходами? Отходы все в пакет для бульона, как я вам говорил в прошлый раз. Величайший бульон. Можно, например, на ваш салат, вот так вот, как белый трюфель. Немножко белый трюфель, сеньора. Грация, спасибо. Или можно на ваше тартар, на ваше карпаччо тоже потереть. Или на ваши спагетти летние, овощные, постные. Вот так. С кочерыжкой можно делать абсолютно все. Не выбрасывайте, вообще ничего не выбрасывайте. Как говорят в Италии, tutto fa brodo. Из всего можно делать бульон. Поэтому все, что остается, все бульон. Подписывайтесь на мой канал. Расскажу очень много всего интересного и полезного.